казахстанские студенты придумали необычный способ спасения еды из заведений общепита. Теперь, не успевая продать вкусный товар, рестораны и кафе будут размещать его на специальном канале в Телеграм со скидкой до 80%. Тем самым еда найдет своего потребителя и не будет утилизирована. Как гласит статистика, ежегодно выбрасывается впустую 20% молочных изделий и столько же мясных, морепродуктов 35% и треть готовой еды. Глобальная экономика теряет на этом порядка триллиона долларов ежегодно, страдает и планета. В результате утилизации пищевых отходов производится до 9% всех парниковых газов. В заокеанском мире об этом затрагивают эти темы, но больше у нас эта тема никогда не затрагивалась. И сейчас больше люди за экосистему, другие проблемы затрагиваются. Но фудвейстинг – это тоже колоссальная проблема, потому что 20-25% всей пресной воды затрачивается, чтобы вырастить овощи, фрукты. И все это выбрасывается. И сейчас, в данный момент, мы работаем над тем, чтобы внедрить это в казахстанские реалии. Заведения могут сократить расходы и увеличить прибыль. А для пользователей это очень выгодная возможность купить еду со скидкой. Свой проект студенты назвали «Саркыт». Сейчас им охвачено более 10 заведений, пока только в Нур-Султане и Алматы. Однако проект, по мнению разработчиков, будет иметь колоссальный успех, ведь из опрошенных разработчиками чуть более 100 заведений, 80 уже готовы к сотрудничеству. Ребята, к слову, уже в ближайшее время намерены запустить и специальное мобильное приложение, функционал которого будет намного больше. Приложение такая будет платформа, как Marketplace. Получается, пользователь может зайти, это откроется карта, где будут указаны все заведения, и он может найти заведение, которое находится близко к нему, или же может найти, где самые большие скидки. Это будет очень удобно, и может он расплатиться там же в приложении и в дальнейшем забрать свой заказ. А для заведения это будет, как для администратора, своя страница, где он будет размещать блюда со скидкой. Они будут добавлять меню со своими ценами, и в дальнейшем просто оттуда добавлять туда скидки. Отзывы можно там же оставить. Ребята молодцы. Они, в принципе, хорошую идею преподнесли, придумали, что продукция просто так уходить не будет. Будут покупать еще дешевле их. В принципе, мы тоже согласны работать. И люди будут довольны. В команде «Саркыт» студенты Назарбаев университета, ЕНУ и Китайского образовательного учреждения. Ребята уже стали финалистами программы поддержки стартапов Назарбаев университета «Нуриз», где за пару месяцев им помогли доработать бизнес-модель. Их цель – снизить пищевые отходы. Со своей разработкой они намерены выйти на рынок СНГ.